решила я сделать из старенького дома, такого уже заброшенного, малюсенького, крохотусенького, что-то очень красивое. Решила делать все сама. Это действительно мой дом. Здесь жила бабушка и прадедушки мои когда-то. И я здесь жила еще с маленьким сыном. Но потом мы перебрались в квартиру. Вот это начало. А потом мы ехали в другой город. Потом что получится? Вот здесь уже замазала дорогу. Вот здесь я сделала дыру огромную прогрызли хомяки. Сама делаю. Сама. Посмотрим, какая красота получится. Все делаем. Да, решила абсолютно все практически взять на себя. Попробовать своими руками. И, конечно, роспись красивую-красивую старалась сделать. Даже окна я, окрасив, решила сделать узорчатыми. Так как я делала роспись стены в других домах, у меня хороший навык, вкус, и люблю делать именно что-то из народной росписи, узоры. Я повторяю некоторые рисунки, которые уже делала в других домах на стенах. Но все-таки это свой дом, и здесь все сакральное, таинственное.